Друзья, всем привет! Проходит у нас работы по ванной комнате. Это у нас вторичное жилье, делался полный демонтаж. Вот выбрали несколько видов плитки, все это скомпоновали. Установили уже ванну, заканчиваем облицовочные работы. И вот такая вот плиточка гексагон от Керама Марацци. Очень, кстати, сложная геморройная в укладке. Но совсем скоро я сниму видео, где расскажу вам, как просто укладывать эту плитку и что является залогом успеха хорошего ремонта с данной плиткой. Итак, друзья, как и обещал, рассказать про плитку гексагон. Что в ней примечательно? Самое главное под эту плитку — это, естественно, оштукатурить стены, чтобы они были у вас идеально ровными. Так как данную плитку укладывается на мелкую гребенку, соответственно, перепадов она будет вам не прощать. Второй очень важный момент – это геометрия самой плитки. Да, она не идеальная. То есть у плитки есть небольшая фаска. Что такое фаска? Фаска – это когда идет небольшой срез у торца. Ну, в глубину, скажем так. Вот так эта фасочка выглядит. Вот во всей длине. То есть, видите, вот есть такой вот заворотик эмали, и она туда как бы у нас прорезается, уходит. Из-за этой фаски получается, естественно, у вас не одинаковые швы. Вот. И так, чтобы этого избежать, чтобы по финишу получить красивый результат, здесь вам не поможет система выравнивания плитки. Здесь можете полагаться только на свой опыт, на это я про мастеров, на опыт вообще мастера, кто нанимает на работу именно по такой плитке. Так как в момент укладки нужно будет ловить доли вот этих вот миллиметров. Вот видите, здесь у нас крестик свободно ходит. Вот, то есть он здесь вставлен тоже не так просто. А свободно он ходит, так как у плитки геометрия не идеальна. И, естественно, вот видите, вот как здесь чуть-чуть шов меньше, здесь чуть-чуть больше. Мы можем, конечно, подрегулировать, подвернуть эту плиточку там немножко вправо, тем самым сделать одинаковый шов, но тогда появится проблема уже с этой стороны. То есть, что нужно делать при укладке? Нам нужно визуально минимизировать перепады этих швов. Как это делается? Я обычно наношу несколько плиток, ну, клеем промазываю, промазываем стену, начинаем укладку. Укладываю сразу какую-то часть без крестиков. Без крестиков, без клинышков, без СВП. И дальше уже начинаю равнять. И в момент того, когда вы равняете, вот видите, вот здесь вот есть центральная часть. Вы должны стараться так, чтобы у вас вот эта центральная часть попадала в шов. То есть вы визуально выравниваете эту плитку. И если вы везде так будете делать, у вас везде, грубо говоря, будет попадать центральная часть в шов. И тогда у вас будет все ровно, то есть будут совпадать швы. Да, они где-то будут немножко, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, но это доли миллиметров, и когда это все зафугуется, на общую картинку это никак не повлияет. Вот, то есть все будет красиво, все будет однородно, все будет одинаково. Вот так это выглядит в объеме. Самое геморрой – это, конечно же, подрезка вот эта вот мелкая, вот, но такой вот размер. И вот для чего здесь все-таки вставлен вот этот вот клинышек, вот СВП. А для того он выполняет функцию такую, что когда вы выложите дальше ряд, вы будете как-то формировать свои швы, то есть двигать как-то плитку. И для того, чтобы этот угол не ушел у вас вниз, вот, как раз таки оно чуть-чуть где-то подвинется, этот клинышек сохранит геометрию ваших швов, скажем так, и не даст плитке просесть. Вот. Тем самым он потом чуть-чуть подожмется. Вот. А вообще, когда укладываем на мелкую гребенку, на мелкий слой, то плитка схватывается очень быстро и свою позицию, ну, скажем так, уже сохраняет. Смотрится, конечно же, очень необычно, очень красиво в готовом варианте. Осталось нам совсем чуть-чуть. Вот. Так что берите на вооружение данные советы. То есть, говорю, самое главное при укладке – это чтобы вот этот вот перепад попадал в центр. Вот, то есть вот это перекрестие, тогда у вас, если везде вы будете стремиться визуально это выровнять, то у вас будет все хорошо. Но шов, как я и говорил, где-то он чуточку будет больше, чуточку меньше, но это уже зависит не от мастера, а от геометрии плитки. В целом же, когда все зафугуется, будет круто.